Здравствуйте, меня зовут Нина Бец, и с вами Modeland News. Российская топ-модель Вита Сидоркина вышла замуж. 22-летняя модель Victoria's Secret и 43-летний владелец строительной компании Morabito Project Валерио Morabito объявили о своей помолвке еще в январе этого года. Но отпраздновать свадьбу решили этим летом. В разгар свадебного сезона молодые устроили настоящую сказку в Италии. Местом проведения торжества стал роскошный отель 11 века Belmont Hotel Caruso, расположенный недалеко от побережья в городе Равелла. Жизель Бюдхен трогательно поздравила супруга с днем рождения. 3 августа Тому Брэди исполнилось 40 лет. Пара продолжает доказывать окружающим, что их брак построен на любви, несмотря на различные слухи в прессе. Вот и на этот раз 37-летняя бразильская супермодель трогательно поздравила свою вторую половинку, опубликовав совместный снимок в Instagram. «Более 10 лет назад я влюбилась в тебя, потому что у тебя красивое и чуткое сердце. Я люблю твою безмятежность. Сегодня ты начинаешь новую большую главу в своей жизни. Я желаю тебе огромного счастья и удовлетворения во всех сферах твоей жизни. С днем рождения, моя любовь!» – прокомментировала фото Жизель. В начале этого года супруги отметили 8-ю годовщину свадьбы. Эмили Ратайковски, Алекса Чанг, Эшли Грегхэм, Брук Шилдс, 49-летняя Стефани Сеймур и еще несколько топ-моделей снялись топлес для нового выпуска Love Magazine. Автором снимка стал легендарный фотограф Патрик де Маршлие. The Weeknd появился на обложке Harper's Bazaar в обнимку с Ириной Шейк и Адрианой Лимой. В начале августа стало известно, кто из знаменитостей появится на сентябрьских обложках различных глянцев. Так Майли Сайрус снялась для Cosmopolitan, Блэк Лайвли для Glamour. Подошла очередь и Harper's Bazaar показать свою новую кавер-стори. На обложке одного из популярных изданий появилось сразу три звезды – Ирина Шейк, Адриана Лима и The Weeknd. Специальный сентябрьский выпуск будет посвящен фэшн-индустрии и иконам стиля наших дней. Как стало известно, The Weeknd дал интервью изданию, в котором рассказал о своем отношении к моде и не только. На этом все. Если вам понравилось, ставим лайки и подписываемся на наш канал.